Девчонки, мальчишки, всем доброе утро. У меня просто сейчас доброе утро, вам доброго дня, доброго вечера, доброй ночи, может быть, даже. В общем, сейчас я нахожусь в центре Самары. Я ездила сюда на лазерную эпиляцию, поэтому сейчас себя я показывать не буду, я немножко такая раскрасневшаяся. Это уже последний раз был, когда я ходила на лазерную эпиляцию, там уже у меня один последний из магикан какой-то торчит волосок. Иду на остановку, решила одну остановку пешком пройти, больно уж тут. Красиво. У меня, кстати, почему-то сейчас остановили, мне даже обидно немного стало. Пригласили помочь мне сбросить вес. Ну, я согласилась, конечно, я там думаю, ну, пойду измерю процент жира, по крайней мере, в организме. Как раз я сейчас на жиросжигании, думаю, что это будет даже интересно и полезно. Тем более, что почему нет, если бесплатно. Всем большой привет. Я надеюсь, меня слышно хотя бы чуть-чуть. Я сижу, смотрите-ка. В общем, телевидение приехало, и я спряталась, чтобы тоже поснимать. Там уже интервью Дима дает, наш директор. Вот, я сейчас попробую заснять. Всем еще раз большой привет! Как вы уже поняли, я нахожусь сегодня на работе, и у нас было телевидение. Я не знаю, что я там наснимала, под столом посидела, потом так просто уже с камерой ходила. Вообще не понимаю, что там вообще вы увидели, но надеюсь, хоть что-то увидели. В общем, у нас сегодня было телевидение. По поводу чего? Дима, директор наш, привез в Самару, привозит в Самару 10 августа чемпион России по флористике Дмитрия Филоненко на мастер-класс однодневный. Вот. И в связи с этим, об этом точнее, делает репортаж один из местных каналов. Вот. И они сегодня, поскольку там, я так понимаю, что это какие-то Димины друзья, они приехали и брали сегодня у него интервью и что-то еще. И там, возможно, меня немного покажут. Ну, не интервью я не давала, но засветилась. На заднем плане походила. Вот. И сейчас я вам покажу один букетик. Правда, его собирала не я, а Ира. У меня здесь такой вид, а я даже не заметила. Смотрите, сейчас покажу. Это медведь лежит. Это ужас какой. Миш, ты чё? Неприлично вообще-то. Так, вот этот букет, в общем. Мужской букет. Здесь гермини красные, клематисы фиолетовые, это вот эти вот похожие на колокольчики, антуриум, алиум лук, розы и эрингиум. Это вот эти вот длинные штуки, очень длинные, это эрингиум. Это он на самом деле еще подрезанный, в действительности он был гораздо длиннее, мы его укоротили, потому что он в холодильник просто-напросто не влазил. Сейчас я очень быстро вам покажу вблизи этот букет, который делал Дима для телевидения. Вот так он выглядит. Конечно, это букет не для всех людей, потому что, конечно же, никто, ну, мало кто, да, захочет такой букет подарить.
потому что люди в основном любят немного другого плана букеты. Вот. Но это такой полевой букет из, в принципе, цветов, которые можно найти в полях. Практически все из них, вот, допустим, вот этот синеголовник, веронику вот эту вот синюю можно найти. Господи. Как же ты называешься? Паникум. Вот, паникум. Ну, короче, некоторые цветочки, вот эти вот тоже, вот карекс. Снимаю, если что, в режиме садится батарейка, это потому что на самом деле так. Вот, букет очень дорогой получился, я даже стесняюсь говорить сумму. И быстренько показываю еще один букет. В холодильник захожу, выносить не буду. Вот, он уже такой более простой, но достаточно симпатичный. Из коралловых пионов, роз, орхидей, гермини, матиолы с упаковочкой из зелени, здесь пистаж. Вот такой более простой букет для администрации. Это я сделала на вручение. Наш какой-то чиновник будет кого-то поздравлять. Еще один букет. Это мужской букет с подсолнухами. Антуриумом. Блин, я уже название забываю. Антиринум, гортензия, каллы. Зелень салал, эрингиум, вот эти вот синенькие, лимониум, эремурус, блин, правильно, неправильно, да, эремурус, вот эти вот высокие штуки, и розы. Еще вот такая зелень у нас сегодня, аспарагус такой, вот. Сейчас покажу вам его издалека, это мужской букет, просили сделать, чтобы он был в высоту и в разные стороны, в общем, вот что у меня получилось. И еще вот стоит один букетик женский. Это заказали с сайта. В принципе, старалась сделать просто, чтобы он был похожий на тот, что заказывали. В общем-то, все. Ну, я так мельком показываю. Просто время сейчас уже 10 вечера. Я хочу очень домой.